Как сложен и многообразен современный мир профессий. Всего насчитывается около 50 тысяч специальностей. Разобраться, какие из них самые востребованные в Ленинске-Кузнецком, не так просто, но возможно. Для этого ученики провели целый анализ и уже с готовыми проектами выступили на школьном фестивале профессий. Ребята сейчас изучали, какие профессии относятся к какой группе, какие профессии у нас востребованы на сегодняшний день и нужны из каждой из этих групп, и куда нужно пойти учиться, но не в нашем городе, потому что мы знаем эти учреждения, с ними работаем, ходим к ним на день открытых дверей, а в нашей Кемеровской области, чтобы они оставались жить в Кузбассе. Изучая специфику самых ходовых специальностей, ребята узнали, что каждая деятельность разделяется по видам, таким как человек-человек, человек-природа, человек-художественный образ, ветеринар, полицейский, водитель, журналист. В игровой форме ребята представили более 10 профессий. Мне предложили выступить в роли журналиста, я согласился. Как думаешь, какими качествами должен обладать журналист? Ну, журналист должен, как я думаю, быть веселым, более относиться качественно к своей работе. А это востребованная профессия? Да. Почему? Ну, потому что все же люди хотят узнать, какие новости произошли в городе. Мы с классом представляем профессию ветеринар. Ну, что это за профессия, расскажи. Это профессия, как люди этой профессию лечат животных, питомцев. Это востребованная профессия в моем городе, так как в моем городе очень мало ветеринаров. И появляются животные, очень много их. Чтобы развивать в учениках интерес к этим профессиям, показывать, что будет с ними дальше. Хоть и учатся дети еще в 7 классе, но разобраться в нелегком мире профессии, да и в самом себе, считают, уже пора. Осталось совсем маленько до 9 класса, а там уже либо идти дальше, либо же оставаться в 9 классе, оставаться и дальше продолжать учиться, либо уходить со школы и поступать в какие-то другие образовательные учреждения. У нас есть кружок внеурочная деятельность, которая называется «Профориентир». Там мы узнаем о каких-то профессиях и тоже нам помогает определяться, куда пойти. Сама уже определяешься? Да. Кем хочется? Ну, до конца еще не определилась. Если получится, то может быть переводчик. До принятия серьезного решения время у ребят еще есть. Поэтому в планах у каждого как можно больше изучить профессии и не ошибиться в востребованности на рынке труда. Анна Шурко, Василий Обухов, Ленинск ТВ.